Друзья, всем привет! Очень сегодня у нас эффектный и одновременно простой узор в исполнении. Вертикальный, фоновый. Раппорт его составит 6 петель и всего лишь навсего 2 ряда в высоту. В моем образце пряжа Аделия Хэппи. И прежде чем мы перейдем к мастер-классу, не перестаю вас приглашать в свою группу ВКонтакте. Ссылка на нее закреплена под видео. Мы переходим, все внимание на экран. Итак, первый ряд раппорта, кромочная петля, далее 3 лицевые. Это первая секция. И вторая секция. Одна изнаночная с дополнительным накидом внутри. И просто 2 изнаночные. Повторю раппорт. 3 лицевые петли. 2, 3. Одна изнаночная с дополнительным накидом. Изнаночная и изнаночная петля. Это будет первый ряд. Перехожу ко второму ряду. Кромочная петля. Переснимаю на правую спицу 3 первые петли, причем третью я раскручиваю. Это был у нас дополнительный накид. И скрещиваю. 2 петли оставляю за работой, а одну вытянутую петлю, которая у нас была с доп. Накидом, перед работой. И каждую из петель провязываю лицевой. Далее 3 лицевые петли. 2 и 3. Еще раз повторяю раппорт. Переснимаю на правую спицу 3 петли. Последнюю петлю, третью, я раскручиваю. Она у нас получается удлиненная. Скрещиваю так, чтобы 2 петли остались за работой, а третья перед работой. И каждую из петель я провязываю лицевой. Это будет второй заключительный ряд. Друзья, ну вот такая у нас сегодня простая, но очень эффектная история. Надеюсь, для многих будет полезно. Не забудьте сохранить ролик, поставить лайк и подписаться на канал. Желаю вам всего самого наилучшего. Мы скоро увидимся.